Вітаємо, друзі! Уперше за 40 років спільного життя з жінкою я залишив її без подарунка, але дарую в особистості жінки, всім жінкам світу, квітку весняну першу, квітку надії і віри, віри в нашу перемогу остаточну і незаперечну, віру в те, що наша земля буде вільною, без окупантів, і буде процвітати на радість усьому світові. Хочу побажати нашим жінкам українським, щоб в цій війні кожен, у кожної жінки онук, син, батько повернувся додому живим. Усім жінкам світу бажаємо, щоб ніколи на їхній землі не трапилось такого лиха. Женщинам Росії дарю этот цвіток і желаю, щоб вони в місті с мужчинами России смыли позор этот со своей страны, с нашей братской страны, вытащили Путина на лобное место и прекратили эту агрессию. Задумайтесь, россияне, когда выводили войска из Афганистана, песню пели афганцы, 13 300. 13 300 жизней отдали непонятно за что в Афганистане. Это 1330 человек в среднем за каждый год, за 10 лет. И сравните, в Украине гибнут почти столько же россиян, молодых парней, каждый день. За что они гибнут? Кто их послал сюда? За эти дни войны в Украине уничтожена техника России практически как на Курской дуге. Представьте, сколько там было, какая то была война и какая война сейчас в Украине. И в Украине разрушены тысячи домов, убиты тысячи мирных граждан. Весь мир с ужасом следит за тем, что происходит в Украине. И ни один нормальный человек не может себе представить, что такое может происходить в 21 веке. Но пусть оккупанты не надеются на легкую победу. Мы уже доказали, что умеем четко стоять на позициях. Каждый город готов дать отпор оккупантам. Каждое село вооружилось и ждет оккупантов дома. Земля будет гореть под ногами у оккупантов. Будем стоять до окончательной победы, до изгнания последнего оккупанта с нашей земли. И в дурном сне не могло мне присниться, что внуки и сыновья моих друзей придут, как фашисты, оккупировать мою Украину. Але мы верим у власний народ. Ми віримо у наші збройні сили, ми віримо у нашу остаточну перемогу, і перемога скоро буде, обов'язково. Слава Україні!